В этом году школы Тверской области распахнут свои двери для 141 032 учащихся. Из них 14 599 первоклассники. Такие цифры прозвучали на селекторном совещании, которое в преддверии 1 сентября провел губернатор Игорь Руденя с главами муниципальных образований. В этом году в 37 школах и 14 детсадах ремонтируют кровли, спортзалы, внутренние помещения, меняют оконные блоки и инженерные коммуникации, благоустраивают окрестные территории. В 55 детских садах обновляют уличные игровые комплексы. Кроме того, для образовательных организаций закупаются шахматы и географические карты. Основной акцент губернатор Игорь Руденя сделал на развитии личности детей и их дополнительном образовании. В том числе глава региона считает, что как можно больше учеников должны ходить на кружки и секции. Мы с вами нашу работу делим на несколько ключевых направлений. Первое направление – это ремонт и подготовка материально-технической базы. К началу нового учебного года – это ремонт школ, покупка оборудования, комплектация спортивных залов, актовых залов, самих школ, дворов, стадионов. Этот процесс должен сегодня находиться в зоне контроля и мониторинга каждого главы муниципального образования.